Алло? Где тебя носит уже 8 недель? Марла? Я не видела тебя ни на одном из собраний. Мы поделили группы, чтобы не видеться, помнишь? Да, но ты и в свои не ходишь. Откуда ты знаешь? Я смошенничала. Я нашел новую. Правда? Она для мужчин. Как та раковичка. Ты позвонила не вовремя. Я уже на выходе. Я тоже. У меня полный желудок Xanax. Это не совсем честная попытка суицида. Это своеобразный призыв о помощи. И это затея не на один час. Так ты никуда не идешь? Хочешь, я опишу тебе смерть. А сейчас вся жизнь моя тобой полна. Как долго я тебя... Тебе не интересно узнать, может ли моя душа говорить по телефону? А тебе скучал, без тебя тоска. Как много дней страдал, надеялся... К отлету души приготовиться. Как долго я тебя искал, прошел я 100 дорог, до встречи наши дни считал, был путь мой одинок. Нет больше суеты, нет больше пустоты, ведь у меня есть ты. Ты быстро прискакал. Я тебе звонила? На матрасах чехлы из скользкого пустяка-то. Но в личном плане было. Не волнуйся. Для тебя это не страшно. Тот-то вызвал кокс. Я дождался этого мгновения. Счастливый я стою перед тобой. 5-13, где эта квартира? В конце коридора. Девушка, что там живет, была раньше мила и обаятельна, но она утратила веру в себя. Она чудовище! Она не человек, а скопище мерзости! Желаю вам спасти ее! И если я засну, мне крышка. Ты не дашь мне спать всю ночь. Я 100 дорог, до встречи наши дни считал, был путь мой одинок. Нет больше. Непостижимо, твою мать. Это ему оказалось по силам. Но ты же с ней трахался? Не трахался. Ни разу? Нет. Она тебе не нравится? Нет, конечно нет. Это точно? А то скажи мне. Поверь мне, точно. Это хорошо, ведь киской она только прикидывается. Берегись ее.